Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Дорогие преданные, уважаемые гости, мы очень рады вас видеть на сегодняшнем праздновании Шри Баларам Пурнима. Балара Пурнима Хамахотсава Кии. Дорогие преданные, у нас сегодня будет такая очень простая предельная программа. Сейчас у нас будет Кришна Катха, Баларама Катха. Мы попросим двух преданных, старших преданных нашей ятры, рассказать о важности этого праздника, рассказать какие-то истории, связанные с Господом Баларамой, рассказать что-то философию, связанную с этим. После лекции у нас будет небольшое такое творческое подношение для Шри Чайтаньи Чичинананды, Шри Кришны Баларамы. Мы преданные почитают стихи, которые тоже благоприятствуют этому празднику. Потом у нас будет Маха Киртан, и каждый преданный в конце получит просад. Сегодня преданные постарались приготовить побольше чуть-чуть просада, потому что праздник. Но все равно на выходе, вот посерединочке всегда, в конце программы будем раздавать просад, и можно было кушать. Еще одна большая просьба. Сейчас у нас будет лекция. Мы с ней попросим старших преданных нашей ятры Шетадипа Прабу и Халадхара Прабу рассказать о важности этого праздника. Давайте их, пожалуйста, поприветствуем. Если вы обратите внимание на алтарь, то на алтаре справа от Шри Чайтаньи Чинананды находится Шри Кришна Баларама. И это божество, которому поклоняется Шетадипа Прабу. Уже сколько лет Шетадипа Прабу поклоняетесь? Вы меня не слышите? Шетадипа Прабу. Шетадипа Прабу, сколько вы уже Шри Кришна Баларам поклоняетесь лет? Ну, насколько я помню, лет 25 точно. Вы же поклоняетесь, да, этим божествам, поэтому очень удивительно. И также мы попросили сегодня прочитать лекцию Халадхара Прабу. Ну, Халадхара, если, кстати, знаете, что это имя означает? Халадхара, тот, кто носит хала, что это, плуг. И это имя? Господа Баларама. Поэтому сам Бог ему велел сегодня рассказать о Господе Баларами. Вот такие у нас замечательные сегодня преданные. Давайте еще раз поприветствуем. Шри Баларама Пурнима Махотсава Кийца. Итак, сегодня замечательный, веселый праздник, потому что Господь Баларама, конечно, всегда привносит в нашу жизнь какие-то веселые ноты, потому что он покровитель хасси расы смеха.
Ну, какие-то истории, возможно, и будут с этим связаны. Вот сейчас увидим по ходу, как это получается, как это происходит. А, спасибо. Ом азанати мирандасья зананджана шалакая чакшуру милитам яна тасмай шри гуравай намахам шри читани манобистам стапитам яна бутале своим рупах кадамах яндадати свам падантикам вандехам шри гуров шри ютападапакамалам шри гурун вайшнавамща шри рупам сакразатам сахагана рангунатам витантам садживам садвайтам салапхутам париджана сахитам Шри Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакам Витамща. Хе Кришна Корона Синдху Дина Бандху Джагадбате, Гопика Гопика Канта Радха Канта Намостате, Тапта Канчина Гауранге, Радхи Вриндаванешвари, Пришабхану Сутадеви Пранамами Хари Прие. Ванча Калпатурупьяща Крипа Синхупевича Патитана Паванепи Вашнавепи Намонамага Джайши Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гауру Пакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Почитаем и читание Чаритамриты. Это глава величия Адвайтачарьи. Джай джай Шри Чайтанья джай Нитьянанда. Джай джай Шри Чайтанья джай Нитьянанда. Джая Двайта Чандра, Джая Гаура Пакта Вринда. Джая Двайта Чандра, Джая Гаура Пакта Вринда. Бхакта Бхава Тикари Баларама Лакшмана Двайта Нитьянанда Шеша Санкаршана Кришнира Мадхури Расамрита Карипана Се суки мата кичху нахидзяны ана. Баладева, Лакшмана, Адвайта Ачария, Господь Нитьянанда, Господь Шеша, Господь Санкаршана пьют нектар духовного блаженства Господа Кришны, считая себя его преданными слугами. Все они обезумели от счастья и не хотят слышать ни о чем другом. Что говорить о других, если сам Господь Кришна жаждет насладиться собственной сладостью? Он пытается познать сладостный вкус своего очарования, но не в силах этого сделать, не обладая настроением преданного. Ну, по этой причине Господь Кришна принял роль преданного или пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, соответственно, Господь Баларама, это Господь Нитьянанда. Но наш предмет сегодняшнего обсуждения – это, конечно, игры Господа Баларамы, где он в разных оттенках своей индивидуальности играет свои роли в играх Кришны. Господь Кришна, можно увидеть это и прочесть в читании Чаритамриты, в учении Шри Чайтаньи. Там говорится, что Господь Кришна находится в двух настроениях. Он как мальчик-пастушок фигурирует в своих играх во Вриндаване и как царевич кшатри за пределами Вриндавана. Эти два настроения разделяет с ним Господь Баларама, но в то же время он Бог-слуга. И поэтому все, что мы видим в нашей духовной практике, все предметы, алтари, асаны, парфюмерии, это все действия Господа Баларамы. Вот когда преданные устанавливают асану для того, чтобы служить божествам, они говорят такие слова, упоминают ананту, прикасаются к асане. Вот
оказывается, Господь Ананта – это частичная экспансия Господа Баларамы. И он на своих головах держит планетную систему Джамбудвипа. Об этом есть отдельная история. История такая, что в начале творения Ананта Шеша услышал голос Кришны из Голоки Вриндавана. Это цитируется или написано в Гарга-самхите. Сегодня мы еще кое-что увидим, что написано в Гарга-самхите. И он сказал, что ты обладаешь такой силой, ты можешь справиться с этой такой непростой задачей, держать на своих головах эти планетные системы во благо всех живых существ, то есть поддержание. Тогда Ананта Шеша спросил, как же я смогу эту такую ношу держать, мне же придется находиться на воде, а мне нужна какая-то поддержка. Господь Кришна сказал, что не беспокойся об этом, я приму форму курмы, и ты будешь на меня опираться. Вот такая, кажется, на взгляд, какая-то мифическая история. Вот, на самом деле, так оно и есть, мы просто немножко далеки от этого всего, когда не совсем много по этому поводу читаем или разбираем материал. Но сегодня случай такой, можно познакомиться с такого рода действиями. И Господь тогда указал Ананта Шеше о том, чтобы он пока будет держать на головах Джамбудвипу. А наша Земля относится фрагментарно. Это маленький микроскопический шарик, отполированный клыками Господа Вепря. Там были лишние горы, в какой-то период явления Господа Вепря это произошло. Поэтому она гладкая, кругленькая, горы невысокие. Удивительные вещи такие. Удивительные. Ну, значит, удивление начинает поступать. Это уже неплохо. Сейчас загоримся удивляться дальше. Вот. Но Господь Кришна сказал, пока ты будешь держать эту планетные системы, ты должен произносить мои имена. Когда они иссякнут, тогда ты сможешь снять с головы, с своих голов эту систему и отдохнуть. Представьте себе, Ананта Дева, он все время повторяет имена Господа. И они нескончаемым потоком льются из его уст многочисленных голов. Вот как в Пуруша Сукте говорится, множество голов. Сахасра Ширша, Пурушага, Сахасра Кшах, Сахасра Паты, Сабуми Вишватова Литва, Тяти Штадда, Сангулам. Вот такой вот он Ананта. Когда преданные вознамереваются построить храм, все эти чертежи, эскизы, вокруг этого совершаемые действия, это действие, совершаемое Господом Баларамой, это в его видении. Он повелитель необыкновенной чудесной энергии под именем Сандхини Шакти. Эта Сандхини Шакти, она выстраивает многообразие духовного и материального мира, все предметы этого мира. Но если говорить о духовной практике и предметах духовной практики, это однозначно действие этой энергии, которой повелевает Господь Баларама. Ну вот в необыкновенных обстоятельствах пришел Господь Баларама. Мы через какое-то время вернемся к Ананта Шеше, которого тоже не стоит забывать, потому что очень важная роль у него. Господь Баларама всего 5 дней Деваки ощущала, что у нее под сердцем находится живое существо. Потом Йога Майя перенесла из лона Деваки в лоно Ройхини Шешу, господа Санкаршану, это также Баларама. Потом, боясь преследования Камсы, Рохини Деви на коне примчалась во Вриндаван. Вот ее принял в своем доме Нанда Махарадж.
Вот, и через 7 месяцев, потому что 7 месяцев она еще была в Матхуре. Итого где-то около 14 месяцев она вынашивала Господа Санкаршана. Это удивительно для современных людей, где такие нормы не наблюдаются, но у божественных натур это наблюдается. Потому что Господь приходит в то время, в которое Он считает необходимым. Поэтому Он родился под созвездием Шравана. Чем она знаменита? Она знаменита слушанием внутреннего звука. Мы все этим заняты. Мы заняты духовной практикой, произнесением Хари Кришна мантры. Это внутренний звук, имеющий свои необыкновенные раскрытия в сердце. Ну, до этого, конечно, нужно получить благословение, и Господа Баларамы также, потому что он также изначальный духовный учитель. У него такие роли, такие функции. Ну и так, значит, рождение состоялось под этим созвездием. Вот этот высший звук, или Шабда Брахман, он также именуется Ананта, потому что он безграничный. Он делится на множество оттенков, слогов, звуков. И каждые эти слоги, звуки складываются в мантры, складываются в образы. И таким образом все звуки сопровождаются образами. И всем этим заведует Господь Баларама. Это удивительно, как много у него ролей. А какие же роли у Господа Кришны? С его стороны только желание. Стоит ему пожелать, и все начинает происходить. Включаются могущественные энергии. Шрита Шватара Упанишад говорится об этих энергиях. Парася Шактиру и Витхава Шурете Свабхави Каджнана Бала Крияча. Джнана, Бала и Крия, говорится. Ну, Бала — это сила, Джнана — это знание, а Крия — это деятельность. Этими энергиями также располагает или распоряжается Господь Баларама. И все они действуют, эти разнообразные энергии, в своем сочетании, безукоризненном, и исполняют любое желание Кришны, и, что великим удовольствием делает Господь Баларама. Итак, мы увидели, что он принял рождение. Рохини Деви не могла налюбоваться на этого младенца. Он был подобен белому лотосу, а также белым тычинкам этого лотоса. Выясняется, что белый лотос, и у него и тычинки белые, оказывается. Я не знал, когда прочитал, удивился. Думал, что желтые. Но это небольшая ошибка в моей, так сказать, практике. Ничего страшного. Вот. Ну, потому что приходится и рисовать иногда лотосы, там еще какие-то вещи делать. Вот, и поэтому какой-то стереотип сложился, но оказывается, вот это вот так вот. Ну, она увидела, что у него глаза подвижные и подобно вспышкам молнии. У него чудесные розовые ладони и стопы, но как у любых деток, ладони закрыты, потому что там знаки. Знаки называются чихны. И также на стопах знаки. Один из этих знаков – плуг. Можем увидеть Кришна Баларами, булава и плуг. Но на самом деле булава у него, он и пользуется, когда он за пределами Вриндавана. В Вриндаване Господь Баларама пользуется рожком и посохом. Ну, также веревка еще, конечно, тоже. Кришна есть знаменитая веревка, называемая Нирьога Паша, которую он связывает преданных своими чувствами, отношениями. Но Господу Кришне трудно увидеть, представить себе, какие чувства к нему испытывает преданный, как он сопереживает, как он чувствует печаль, чувствует радость, чувствует огорчение, как он переживает свои отношения с Кришной. Кришне невозможно проникнуть в эту тайну. Поэтому он с удовольствием желает принять
образ преданного, где он может, как здесь уже написано, мы это прочли, Баладева Лакшмана, Адвайта Ачарья, Господь Нитянанда, Господь Шеши, Господь Санкашана пьют нектар духовного блаженства Господа Кришны, считая себя его преданными слугами. Все они обезумели от счастья и не хотят слышать ни о чем другом. Вот такое вот преимущество, можно так сказать, замечательное положение у преданных, где они могут быть слугами слуг и, соответственно, претендовать на нектар Кришны. Ну, Кришна, конечно, этим тоже наслаждается, ясное дело. Ну, и также этим наслаждается Господь Баларама. Итак, Рохини увидела его несравненную красоту, ровные, необыкновенные пропорции тела, длинные руки, очень широкая грудь, красивые уши, крупные мочки ушей, лотосные очи. Ну, она находилась немножко в отдалении, на окраине этого находилась, доме, где она находилась, где она родила. Но Нанда Махарадж вознамерился призвать астрологов. И неожиданно появились группы мудрецов во главе с Вьясадевой. С ним вместе был Нарада. Был также еще Васиштха и другие мудрецы. И тогда Вьясадева спросил, мы узнали, что здесь родился ребенок, Ананта-Шеша. Мы очень хотели бы на него посмотреть. И Нанда Махарадж согласился, да, говорит, это прекрасный мальчик, пойдемте, я вам его сейчас покажу. И когда они увидели, ну, описание мы только что услышали, глаза Вьясы округлились от изумления, когда он увидел такую красоту необыкновенную. И тогда он произнес молитвы, чудесные молитвы, которые для каждого могут быть при повторении каждый день великим успехом в произнесении святого имени и в поддержке в сердце как высшего духовного учителя. Это произнес Прадвипака Муни в беседе с Дурьотханой. Потому что Дурьотхана мечтал заручиться поддержкой способности сражаться на палицах Господа Баларамы. Ну и получил эти молитвы и смог Господа Баларама удовлетворить в той степени, в какой тот желал это сделать. Если бы он его попросил освобождения, Господь бы Баларама ему дал. Но он попросил просто способность сражаться на палицах. Это его, в общем, трагедия индивидуальная. Девадидева Бхагаван Камапала Намастуте Намунантая Шишая Сакшатрамая Те Намахам Тарадхарая Пурная Сватхамне Ширапанае Сахарша Ширасе Нитям Намахсанкаршаная Те Ревати Рамана Тамваи, Баладева Чута Гража, Халаютха Праламбагна, Вахимам Парушаттама, Балая Балабхадрая, Таланкая Намо Намаха, Ниламбарая Гаурая Рухиняя Те Намаха, Тенукарир Муштикарир Кутарир Балавалантакахам, Рукмиари Кумпакарнари Кумхандари Штвамей Вахи Калинди Педоносит Вам Хастинапура Карсаках Видарир Ядавиндро Разумандала Мандарахам Камсабратру Прахандаси Тиртхаят Ятра Карах Прабху Дурьотхана Гурух Сакшат Пахи Пахи Прабхот Фатахам Джай Джай Чутадева Парат Парам Своям Ананта Дикананта Гата Шрута Сурмунидра Панидра Чарайте Мусулине Балине Халине Намаха
Яд подхит сататам, ставанам нарагам, сату харих парамам падам аврадзет, загати сарвам балам твитва ари марданам, паватит асетханам, свадзянам тханам. Не волнуйтесь, сейчас будет перевод. Без перевода не останетесь. Итак, о повелитель полубогов, о верховная личность Бога, удовлетворяющий все желания, поклоны тебе. О Господь Ананта Шеша, поклоны тебе. О Господь Баларама, поклоны тебе. О Господь, поддерживающий землю, о прославленный Господь, о совершенный и полный Господь, о Господь, держащий плуг в своей руке, о Господь, имеющий 1000 голов, о Господь Санкаршана, вечные поклоны тебе. О супруг Ревати, о Господь Баларама, о старший брат Господа Кришны, о Господь, держащий оружие плуг, о убийца Праламбасуры, о верховная личность Бога, пожалуйста, защити меня. Сейчас мы узнаем, от чего защитить-то. О Господь Баларама, держащий флаг с палевым деревом, поклоны тебе. Смотрите, когда Радхаятра, колесницы, можно увидеть изображение пальмы на куполе. Вот это вот флаг Господа Баларамы, таким образом присутствующий. О сын Рохини, о Господь, чей цвет тела светлые, одетый в голубые одежды, поклоны тебе. Ты враг Тхинуки, враг Муштики, враг Куты, убийца Балвалы, враг Рукми, враг Купакарны и враг Кумбханды. Ты Господь, разделивший Ямуны и тащащий Хастинапур. Ты враг Двивиды, ты царь Ядовов, ты украшение округа Вразы. Ты убийца братьев Камсы, ты верховный господин, Господь, отправляющийся в паломничество и гуру Дурьотханы. О, повелитель, пожалуйста, защити меня, пожалуйста, защити меня. Все это говорит Вьяса. Ну, представь себе, аскет, такая у него необыкновенная внешность, длинные руки, стройные, острые такие проницательные глаза, он трикалагья знает настоящее, прошедшее будущее, рядом с ним Нарада, белоснежного цвета тела, как у Баларамы, прекрасные локоны и вина в руках. Вот такая картина. Васиштха, который гуру Лакшманы и господа Рамачандры. Ну, какие существа. Вот такие возможности молитвы. О непогрешимый Господь, величайший из великих, о Господь, чья слава слышна во всех направлениях без границ, слава Тебе, о Господь, которому служат полубоги, главный из которых, из мудрецов и цари змей, о могущественный Господь, держащий палец и плуг, поклоны Тебе. Человек, регулярно повторяющий эту молитву, достигнет трансцендентной обители Господа. Вся сила во Вселенной Его, Он уничтожит всех своих врагов, Он получит богатство и великую династию. Молитва началась с просьбы об исполнении желаний. И она такая таинственная, что на уме у произносящего эту молитву, то на самом деле может избыться. Если у нас какие-то невнятные материальные желания в это время, и мы хотим их достичь, они могут исполниться, к нашему сожалению, потому что мы не достигнем чего-то высшего. Мы не достигнем победы над врагами. А какие у нас враги? Кама, Кротха, Мада, Мацария и другие букеты в сердце, которые мешают нормально жить. Но мы стоически двигаемся все равно вперед, несмотря ни на что. Так вот, каким образом это уничтожаются, эти пороки, в случае с Господом Баларамой? Хорошо. Мы сейчас увидим. Значит, молитвы совершились. О врагах мы расскажем, как достигается трансцендентная обитель Господа. Это тоже у нас появится сейчас. Но еще пару слов надо сказать насчет наречения имени. Прошло несколько дней, иначе, иными словами говоря, 8 дней. И родится Господь Кришна, скоро будем праздновать его явление. Значит, старшинство на 8 дней номинальное, но также он еще, соответственно, столько времени был в утробе матери. Вот, поэтому вот такое вот старшинство еще с этим связано. И когда был призван для того, чтобы
Гаргамуни. Вот он по поводу Господа Баларамы сказал, что у него будет три имени. Вот это Рама, что он будет радовать всех. Это Бала или Сила. Он в будущем будет являть необыкновенную силу. И также он будет именоваться как Санкаршана. Он объединит семьи, потому что семьи, они были на территории Вриндауна. Это семья Вайшьев, соответственно, Махараджа Парджани с этой семьей связан. Он дедушка Кришны. И Шурасена, который был в Матхуре. И это клан кшатриев. Поэтому два настроения у Кришны. Он и мальчик-пастушок, и царевич кшатри. Когда он думает о себе, что он пастушок, и он забывает, что он верховная личность Бога. Когда думает, что он царевич кшатри, он в большей степени помнит о том, что он Бог. Так же ведет себя и Баларама. Где-то он являет свою божественность, а где-то он мальчик-пастушок. Ну, конечно, нам привлекательнее игры, как он мальчик-пастушок. Кришна также. Но огромная часть присутствия Кришны на земле, она располагается в плоскости его думания о себе, как о кшатрии. И вот когда Кришна думает о себе, либо так, либо эдак, эти думы о нем, о себе, называются его лилами. Так пишет Прабхупада в учении Шри Чайтаньи. Удивительная вещь такая. И вот он думает о себе, что он пастушок. И происходят лилы, характерные для игр пастушков. И Господь Баларама, соответственно, служит ему в этом таким образом, всевозможными способами. И вот эти чудесные имена, которые были провозглашены, они периодически появляются на страницах Шримад-Бхагаватам, где слушки называют Рама, повторяют несколько раз имя Рама. Рама-Рама, Махо-Бахо, Кришна-Душта, вот, истребитель врагов, а Господа Раму провозглашает как могучий, могучерукий. В общем, такие замечательные с этими именами связанные сами действия. Вот какое имя, такое и действие. И вот какую необыкновенную силу явил Господь Баларама. Сейчас последовательно увидим. Состоялась история с этим демоном-тележкой с Тринаварты. И тогда Нанда Махарадж решил, что теперь, с этого момента, Кришна и Баларам будут в одном помещении находиться, и в кроватке будут стоять рядом. Так сохраннее, надежнее, спокойнее, потому что такие явления появляются, то демон смерч, то тележка, то путана тут пришла покормить. Замечательная такая внешности, сногсшибательная, вот, как богиня Лакшми выглядела. Большим трудом Йогамая пустила ее на территорию Враджа. Она очень не хотела, но Кришна настоял. Потому что она должна была на Галуку отправиться. Ну, Йогамая согласилась. Это та Йога Гамая, которая перенесла Господа Санкаршану из лона Деваки в лона Рохини. Вот, следим за сюжетом, да, все так переплетается. Значит, детки растут, они уже развлекаются, уже ползают по двору. И, соответственно, у них появляются разные идеи, замашки, игры. Ну, вот, катаются, держат за хвосты телят по навозу. Замечательно учатся разговаривать. Господь Баларама проливает мед на близких свои речи, где он выговаривает первые слова, папа, мама и другие. Ну вот они уже стали взрослее, уже прошла Брахма-Вимоха-Налила, где над этой загадкой думал Господь Баларама, что же такое произошло, почему
такая сильная любовь-то, и у него тоже к этим телятам. Они уже выросли, уже выглядят как годовалые, что ж такое за сбой по времени. Ну, тогда Кришна ему объясняет, в чем дело. Ну, вот он в этой речи, в своем уме, он определяет Господа как того существа, которому он поклоняется, как Богу. Значит, за ним это, несмотря на то, что он даже играет роль пастушка, он все равно поклоняется Кришне. Но делает это так искусно. Вот. И мы поэтому учимся, как это делать у наших духовных учителей, потому что они являются представителями Господа Баларамы Нитянанды. Нам очень повезло в этом отношении, что у нас такие замечательные гуру, источник которого находится на Голоке. Итак, хлил, пастухи решили, что пора мальчикам-пастушкам уже пасти, вместо телят пасти коров, и телят также. Ну, так они отвечали только за телят, коров сверху, со всех сторон стадо окружало это стадо телят, поэтому они были защищены. Ну и были разные беседы на эти темы, но все-таки сошлись на том, что можно им разрешить. Тем более они сами уже начали делать попытки такие, их внешность изменилась, они стали более крупные, узкая талия, широкая грудь, румянец на щеках. Они стали почему-то очень смиренные, опустив глаза, беседовали с Нандой, почитали своих родственников, родителей, мам своих и кормилец, вот, оказывали почтение своим друзьям. Вот такая сцена. Держа друг друга за талии, они входят в лес Вриндавана. Лес Вриндавана встречает Кришну. Кришна хотел насладиться атмосферой Вриндавана. Озеро прекрасное предстало перед его глазами, от которого дул легкий бриз, легкий ветерок, который нес не только прохладу, он нес аромат лотосов, который был настолько сладок, что удовлетворял чувство вкуса. Там было пение птиц, зверей, каких-то еще существ, которые населяли эту замечательную область Вража. И это услаждало слух Кришны. Ну и также он наслаждался зрением, зрелищем этой всей окружающей атмосферы. И, понятное дело, эта атмосфера – это все действие Господа, Баларамы, все эти существа. И Господь Кришна, находясь в шутливом расположении духа, раз он держится источник смеха или покровителя расы смеха, он решил так пошутить. Вроде бы он говорил о Господе Баларами, но на самом деле имел в виду себя. И произнес несколько молитв, где говорится о Господе Балараме, что он Дева-Вара. Дева-Вара лучший из покровителей. И то, что у его гирлянды все время вьются пчелы, которые не могут его покинуть, потому что он лучший господин. Вот они не могут. И он им говорит, что вы отправляйтесь, пожалуйста, в мою рощу, где можете насладиться нектаром цветов, которые в этой роще находятся. Но они все равно не хотят его покидать, несмотря на эти увещевания, чтобы они могли насладиться его личными владениями такими. Кажется, выясняется, что у Господа Ларамы, как и у других пастушков, есть собственные рощи и даже собственные какие-то. Вот, то есть что-то, какая-то необыкновенная собственность есть у всех. Но так как это действие определенные к определенной цели, они двигаются, вот, милость получают деревья от прикосновения Кришны Баларамы, тянут ветки своими красноватыми кончиками для того, чтобы коснуться стоп, получают благословение взгляда Господа Баларамы и Кришны, где Кришна говорит «Ахоуми дева вара амарчитам, карам пузенте праманах паларханам, маманте упадаешь и каперата манас, тому бы хотя это руджан моя открытам». Вот это вот
как раз здесь есть слова, где тебе поклоняются могущественные полубоги, и твоим стопам желают коснуться эти деревья, которые считают, что они находятся в гуне тьмы, а на самом деле они находятся в состоянии разлуки. Поэтому горюют от того, что они неподвижны, они не могут сопровождать Кришну Балараму, как это могут делать другие существа, как пастушки, например, или олени, или птицы, которые могут перелетать с дерева на дерево. Вот. Но эти птицы чудесные, они большим желанием приглашают Господа Балараму и Кришну в свои гнезда. Они хотят встретить их, как одна душа встречает другую душу, возвышенную душу. Такие отношения. Отношения увидели, на коротко такое. Ну и так как стали перемещаться и начали приближаться к Талавану, чудесный аромат послышался, они стали его ощущать. Это вошло в состояние такого легкого возбуждения у пастушков. И они стали говорить, что здесь недалеко лес Талаван, здесь замечательные плоды тала, и аромат нас очень, так, очень, мы очень хотели бы покушать этих плодов. Ну и Шрила Прабхупада объясняет, что если бы они сказали, что мы хотим эти плоды вам предложить, наверняка Кришна с Баларамой отказались бы. Они сказали, у нас достаточно того, что у нас есть в корзинках. Вот. А тут они пошли на такую уловку для того, чтобы могли насладиться всей компанией. И, конечно, с удовольствием на это пошли Кришна Баларам. Прабхупада замечает, что у меня, он говорит, нет беспокойств, но меня интересует, что в корзинке у Кришны. Такое у него высказывание. Это значит, что у ачарьев и у духовных учителей у них нет беспокойств, но им интересно, что у Кришны, с чем он пользуется, как он кушает, что он делает, каким образом, что через него проводят свои подношения ученики, что они там состряпали. Ага, вегетарианскую под шубой. Ну, странное, хорошее блюдо, но не традиционное. Ешода такого не готовит. Но ничего страшного, мы здесь в России готовим что угодно, все, что есть у нас под рукой. Вот. Но плодов тала тоже не имеется, но хотя считать, что это финики, правда, как-то не видел. Наверное, финики, раз так говорят, финики у нас появляются, значит, можем финики предлагать. Но, как выяснилось, когда вошли в лес, и Господь Баларама сразу взялся за дело, его прославили пастушки, что он такой могучерукий, что сама бала, сила. Он очень вдохновился этим, стал эти трясти эти деревья, с них начали падать плоды, соответственно. Ну и чаще выскочил Тхинука. Вот эти вот враги. И эта молитва, которую произнес Вьяса, она представляет собой все, почти все действия, которые будет совершать в будущем Господь Баларама. То есть, таким образом, он как астролог и как знающий настоящее, прошедшее и будущее, все рассказал. Но Гаргамуни, он подчеркнул три имени, которые имеют определенную характеристику, уже такую конкретную в данном случае. Вот эта конкретная характеристика, как бал или сила, или Бала, Знана Бала Крича, вот это вот она выразилась. Надо заметить, что Господь Баларама опирается на плечо Кришны. С этим связана чудесная такая история, которую невозможно не сказать, даже рискуя вообще сократить свой рассказ. Потому что это идея Шрилы Прабхупады. Никогда не было таких мурти, где Господь Баларама опирается на плечо Кришны. Этот и чертеж, этот эскиз сделал Шрила Прабхупада лично, для того, чтобы эти джайпури могли быть выполнены, эти мурти, и, соответственно, установлены во Вриндаване, где божец Кришна Баларам в то время во Вриндаване не было. Ну, такой вот предмет. Важно было заметить, что я боялся упустить. Ну, возвращаемся к этой битве. Битва такая, она была короткая на самом деле, хотя Ачарьи рассказывают ее в более обширном таком режиме.
Ну, Варум подхватил его за заднюю ногу, раскрутил и зашвырнул на пальму. Ну, еще пальмы повалились. Те пальмы, которые общались с этим демоном и с его семьей, и которые все время слышали эти ужасающие звуки, они находились в полнейшем невежестве. Но получили шанс от того, что и Господь Баларам повалил всех. Такие интересные вещи. Тхинукасура означает полное невежество, полное непонимание и незнание ничего о святом имени. И также он, соответственно, олицетворяет действие во имя плодов. Одним словом, это указывает на десятое оскорбление. Помните, да, там, несмотря ни на что, сохранять материальные желания, делать ради себя, и пошло и поехало. Дальше уже Пратиштха, слава, там еще какие-то варианты. А там уже недалеко, да, Гуру-Раваджана, а там уже оскорбление вайшнавов. Все по цепочке, в обратном порядке все это происходит, если доминирует вот это вот ужасающее явление в виде десятого оскорбления. Но не будем о грустном, будем немножко веселым. Но так или иначе, с этим можно справиться. Но предполагается, что преданный, согласно высказыванию Бхактивинода Тхакура, что преданный может справиться при поддержке Господа Баларамы. Это духовный учитель, который дает духовную силу. То есть мы уповаем на милость Господа Баларамы, духовного учителя. Вот, и тогда можем также использовать эту силу для того, чтобы справиться с этими пороками. Ну и другой какой-то не менее интересный, это, соответственно, Пралампасура. Ну, прошлое у Тхинукасуры у него такое необыкновенное, что он разгневал мудреца Дурвасамуни. Развлекался с царицами, он его называли Сахасика. Он был царевичем, и одним словом бесчинствовал в одних в горах, в одной из пещер Дурвасамуни. Он вышел разгневанный и проклял его, сказал: ты ведешь себя так непочтительно, разнузданно вообще, гуша слов. А как избавиться от этого? В Двапара Югу получишь освобождение от руки Господа Баларамы. Вот. Вся история. Соответственно, история состоялась. Пришел корабль за ним цветочный, вышел из этого Тхинуки, вышел прекрасное существо, сел на корабль и отправился на Галуку. Вот такая вот история с Тхинуками. То есть, одним словом, он уже там, а у нас еще пока остается. Вот проблема. За копыта не поймать. Надо поддержка Господа Баларамы. Упование на его милость. Итак, Пралампасура. Его прошлое вот какое. Он Гандхарв, чудесной красоты юношеского образа, свины, перемещается в космическом пространстве и воспевает имена Вишну. Видит сад. Этот сад – личный сад Куверы. В нем собирает цветы для поклонения Господу Шиве. Он увидел, какие-то цветы пропали. Он ужасно рассердился. И проклял. Сказал: кто бы то ни был, человек или полубог, кто коснется цветов, превратится в демона. Но об этом Гандхарв не знал. Он сын Хуху по имени Виджая. Интересно, это все интересные имена. Они необыкновенным образом складываются в контекст этого переставания. Ну, он коснулся и превратился в демона Пралампасура. Ну, как описание Пралампасура, он гигант, у него черный цвет тела, там, и прочие всякие клыки. Там. Что делать с этим? Взмолился. Кувера, чистая душа, милостиво сказал ему, что тебя освободит Господь Баларама своей рукой. Ну, то как же освободил? Сейчас увидим. Но
значит, мальчики-пастушки, играя, развлекаясь, друг с другом боролись они все время, показывали свою силу. Поигравший, конечно, должен был нести на своих плечах того, кто выиграл. Вот такие игры. И, соответственно, эти игры предполагают, ну, такой дух соперничества, но на самом деле наслаждались и тот, кто несет, и тот, кто сидит на плечах. Кришна с удовольствием носил на плечах пастушков, пастушки его, Господь Баларама также. Но демон-то он получил задание от Камсы. Камса не очень хотел, он увидел его, он какой-то хлипкий такой, несерьезный. Как-то, когда они сражались, он закинул его в город Наракасуры, вот, прямо на центральную площадь. Он едва-едва выжил от этого падения. Поэтому Камса, памятуя о том, что он с ним так расправился, он как-то не видел его. Он говорил: до тебя погибло столько демонов, то, что хочешь, как мотылек на огонь. Он говорит: да, я полно желания притащить их, связать и притащить их к тебе, прямо к ногам бросить, Кришну Балараму. Он говорит: ну давай попробуй. Вот он появился во Врадже. Йогамая не против, что она знает, что будет освобождение впереди. Вот, поэтому все нормально. И с этим связанные дальше события, они развиваются таким образом, что этот демон пробрался в дом мальчика-пастушка, который остался дома, чтобы помочь домашним. Вот, но соснул в это время. Этот демон похитил одежды мальчика-пастушка и принял его образ. И пришел, где находились эти группы пастушков с Кришна-Баларамой. Ну и, соответственно, как бы вошел в их общество. Кришна сразу увидел: ага, это демон. Он сказал: о, Бхадра, что ж ты опаздываешь? Ну ничего, сейчас только начинается веселье. Я так рад видеть тебя. Я постараюсь, чтобы ты никуда не ускользал из моего поля зрения. Сказал такие замечательные слова. И началась игра, и Кришна устроил так, что его команда, в которой находился, соответственно, Пралампасура, она проиграла, да, Господь Баларама появился у него, соответственно, на спине у этого демона. Демон почувствовал, что можно уже начать свои действия, и стал потихонечку отклоняться. Эти площадки, они были очерчены, подобные некоторым вот, ну, как янтра, как какая-то площадка для игры, где за очерченную полосу уже никто не заходил, потому что надо было своего седока уже поставить на землю. То есть заканчивалось это шоу, это действие. Вот. За эту черту зашел Пралампасура. Кришну увидел, они отдаляются, Господь Баларама испугал. За что он испугался? Он, сама сила. Он испугался, что прекращается игра. Он испугался, что может погибнуть Кришна. Он испугался, что это настроение, в котором все находятся, мальчиков-пастушков, может быть нарушено появлением демона, который может испортить всю игру. Все это наслаждение чувств чудесное, которое они испытывают, включая смех, вот это вот ощущение, что ты кого-то несешь, того, кто тебе очень дорог. Каждый из пастушков, они другу дорог, несмотря на то, что они борются, ругаются, дерутся, там еще какие-то вещи устраивают. Но все это умещается в детские игры, которые мы называем пастушищими играми. И Господь Кришна бровями показал Господу Балараме, что ты знаешь. Ты вспомни, кто ты. Ты знаешь, что с ним сделать. Ты же, как не так давно прозвучало, что ты же Девавара, лучший из повелителей. Повелителей чего? Чудесных энергий, одна из которых сила. Ну, дал ему тогда кулаком
соответственно. А надо заметить, что этот демон, отдаляясь, он же принял уже образ, который ему соответствует, и начал удаляться уже в космическое пространство. Ему не впервые, он уже как Гандхарф, он уже там путешествовал, все в порядке на этот счет. Вот. Но оказалось, что не все так просто с ним. Вот. И Ачарьи рассказывают, что когда он поверженный упал, пастушки так были поражены этому всему, этому зрелищу. Но сначала они приняли его, раз Кришна сказал, о, Бхадра, всеблагой, переводится как это слово. Они поверили, да, это он с нами играет, этот пастушок. Тем более он был похож на пастушка, который дома остался. Но это переводится еще по-другому, это имя. Переводится как двуличный или как актер, который играет внешне одну роль, внутри он совсем другой. Такая игра слов, удивительная вещь такая. Вот, увидели, да? Заканчиваю. Послушайте, уже перебор. Все, заканчиваю. Простите, пожалуйста. Значит, ну, на этом, можно так сказать, история закончилась. И то, что олицетворяет некоторые пороки, понятное дело, то уже мы увидели, что вожделение олицетворяет желание собственности, желание славы, но также окружение себя какими-то обожателями. Никто не стал из пастушков кушать эти плоды. Искра вышла из тела Паламбасуры, вошла в тело Господа Баларамы. Раз он воспевал имена Вишну, он отправился на Вайкунту. Вот на этом мы можем закончить. В смысле, спасибо. Простите. Спасибо, Шриджан Прабху. Очень интересно. Не волнуйтесь, что чуть дальше. Такая лила. А в основном, когда мы празднуем праздник явления Господа Баларамы, то всегда эту лилу рассказывают. Лила с Тхимикасурой и с Праламбасурой, потому что это очень важная лила, которую Господь Баларама провел, пребывая во Врадже вместе с Кришной. И эти лилы, они олицетворяют убийство двух очень важных демонов в нашем сердце. Демон Тхемака – это такое грубое невежество, наслаждение какой-то своей деятельностью, желание наслаждаться. И также это влечет за собой желание оскорбления. То есть Тхемака – он оскорбитель, по сути дела. И Параламба – это длинный такой демон, длинный, большой. Он был огромного роста, как вы сказали только что. И Параламба, он олицетворяет собой желание наслаждаться плодами бхакти, то есть, когда мы становимся какими-то возвышенными в своих глазах преданными или в глазах других, или мы становимся такими старшими и пытаемся наслаждаться плодами практики бхакти. И вот разные другие анархии, они могут быть в нашем сердце, но вот от них избавляет сама практика преданного служения. По мере очищения сердца эти анархии уходят. Сознаем мы их даже или нет. То есть практика бхакти настолько могущественна, что она избавляет нас от этих анархий. Но вот эти две анархии мы должны заметить и на осознанный уровень вывести с помощью духовного учителя, который является представителем Господа Баларамы, как правило. Бала, духовной силой, духовный учитель помогает нам увидеть прежде всего эти анархии и избавиться от них. И нам, как преданным практикующим, крайне важно избавиться от этих анархий, которые заставляют нас гнить в этом материальном мире жизнь за жизнью. И Господь Кришна с Баларамой, они являли эти игры, просто слушая об этих играх, мы чувствуем радость и счастье. Мы погружаемся в эту атмосферу удивительного Вриндавана, и также мы избавляемся от всей грязи, которая в нашем сердце накопилась за многие-многие годы. И
мы можем вспомнить, что еще были лилы, которые во Вриндаване были с участием Баларамы. На самом деле было много лил, но Шукадева Госвами, Шримад Бхагаватам, он не мог описать все лилы. Но, в принципе, это невозможно описать все лилы, которые проходили. Говорится, что когда Кришна и Баларама они были во Вриндаване, то утром они уходили с друзьями пасти коров и играть в лесах и на лугах Вриндавана. И Йога Майя посылала каждый день двух демонов, двух, для того, чтобы они могли прерваться на полдник и на обед. Потому что если демоны не приходили, то мальчики были настолько погружены в отношения с Кришной и Баларамой, что они забывали обо всем, о еде и все остальное. Невозможно было их оторвать. И поэтому в Бхагаватам написано, главные демоны, которые приходили туда, очень могущественные, сильные, как вот Тхенука иногда описывается в Гарга-самхите, тоже вот, вы упоминали, они описано, что Тхенука, он поднял холм Говардхана и бросил в Кришну. Представьте, какой силой он обладал. Когда они дрались, ну вот одно из описаний, может быть это было там в какую-то другую эпоху, когда эти лилы же повторяются, каждый день Брама приходит Кришна, и он кинул Говардхан в Кришну. Кришна поймал, кинул в него. Представьте. И этот демон поймал и снова кинул в Кришну. И Кришна уже не стал в него кидать, аккуратно поставил Говардхан на место. И Тхенука, он решил, что Кришна слишком силен. С Баларами попробую справиться. Но у него ничего не получилось. К счастью. И также очень такая была важная роль Господа Баларамы, когда Кришна был схвачен змеем Кали. Помните эту лилу, да? Кто помнит? Кто читал эту лилу или слышал? Поднимите руку, если не трудно. Хариво! Нравится вам эта лила? Да, она очень удивительная. Кришна, он добровольно отдал себя в объятия этого змея. 3 часа он был в объятиях змея. Представьте, огромный змей, гигантский, злой, множество голов, языки такие у него, клобуки. Он все травил вокруг. И Кришна у него в объятиях такой нежный. Тело сбитого масла, то есть даже если легкий листочек касался тела Кришны, оно меняло цвет. А тут демон его в кольца сжал. Когда преданные Вриндавана узнали об этом, то они побежали к берегу этого озера. Хотя до того, как прийти на берег этого озера, Баларама он предупреждал Кришну, он его старший брат, хотя он старше его на 8 дней, но так или иначе в утробе матери он находился больше, и его лила в этом этапе игр Кришны, его роль старшего брата, и он предупреждал его. Он говорил, не ходи туда, к заводе Иммуны, потому что там опасно. Но в этот день Баларама был дома. Остался дома, и Кришна с друзьями сразу же воспользовались этим. И они пошли в это место. Сразу же Кришна пошел. И что случилось? Друзья попили воду, и коровы, телята тоже, да, и телята. И они оставили тело. Кришна их оживил и бросился с этим демоном сражаться, Калей. Но Калия схватил его в кольца. И вот обитатели Вриндавана, они побежали к этому месту стремглав, побежали, потому что слухи донеслись, Кришна опасность. И там много разных было знамений в небе. И все очень сильно обеспокоились. И когда они прибежали, они увидели такую картину. Представьте, тот, кто был их жизнью и душой, он на грани смерти, и причем это на грани смерти реально, он в кольцах огромного змея посредине озера. Просто представьте, те, у кого есть дети, ваш сын или ваша дочь в кольцах огромного змея посредине озера. Как вы будете себя чувствовать? Наверняка вам будет не до радостных восклицаний. Джай, это еще одна лила. Да, нет. То есть обитатели Вриндавана не считают Кришну Богом, и он сам себя не считает Богом, как Шри Прабху говорит. И это так. И когда они прибежали, они увидели это. О, наш Кришна, он в величайшей опасности. И они сразу же захотели ему помочь. Сразу же они захотели броситься. Старшие пастухи взяли в руки палки и решили броситься в озеро, чтобы этого змея побить и вытащить Кришну из его клобуков. Но Баларама, он знал, кто такой Кришна. И он понимал, его брату не грозит никакая опасность от какого-то змея. Какой это змей материального мира? Что он может сделать моему брату? Мой брат – верховная личность Бога. Баларама знал это. Он севака Бхагаван, тот, кто служит Кришне всевозможными способами. И он остановил
И одних, кто пытались, проживатели, которые пытались броситься в озеро, он остановил взглядом. Он посмотрел на них, и его взгляд был такой, что они остановились. Он им внушил: стойте, опасность не такая большая. Других он остановил словами. Он говорил: подождите, подождите, сейчас скоро все уже будет хорошо, чуть-чуть терпения. Он говорил им, и эти слова убеждали. А третьих, как мама Ишоду, да, мама Ишоду пыталась броситься, он останавливал уже руками, да, Нанду Махараджа останавливал руками: пожалуйста, не делай этого. То есть любовь Баларамы к обитателям Вриндавана, она безгранична. И мы знаем, что конец этой истории был счастливый. Кришна освободился, когда все собрались зрители на эту лилу, и Кришна решил: о, все, пора освобождаться. Он освободился из колецкого змея. И все наблюдали его сладкий танец на головах этого змея Кали. И даже если Чари наши описывают, что есть такое писание, что даже в конце концов, когда этого змея он так присмирил в достаточной степени, то он позвал гопи, и он вместе с гопи танцевал на головах этого змея Кали. И это Кришна с Баларамой. Те, которые были маленькими мальчиками, но на самом деле они росли очень быстро. И Госвами Махарадж в одной лице говорит, что к 6 годам уже Кришна был готов к таким романтическим приключениям, которые обычные дети испытывают там в 16-15 лет. То есть к 6 годам Кришна полностью созрел как юноша. И его брат, соответственно, и его подруги Гопи Вриндавана тоже. И бывали такие дни, когда Кришна с Баларамой, они ходили в разные места Вриндавана, и там они разными играми занимались. И вот в один день Баларама вдруг решил, что почему Кришна все время ходит в желтом тхоте с пером павлинем в голове? Почему бы мне не побыть один день Кришной? И он спросил смиренного своего брата: о, дорогой брат, мой любимый брат, пожалуйста, давай я один день побуду тобой здесь, во Вриндаване. Дай мне твое тхоти, твой тюрбан, твое перо павлине. И Кришна из любви к своему брату, конечно же, согласился. Он сказал: да, конечно, без проблем, побудь мной. И Баларама, он так нарядно нарядился, подтянул пояс, одел желтое тхоти, перо павлине вставил, флейту взял в руки и пошел по Вриндаване. Пошел и очень был доволен, очень счастлив был. Играл на флейте, все были очарованы его мелодией. Но так случилось, что в этот день Камсан послал во Вриндаван демона одного. Этот демон, он был в форме коня. Кто знает, как его звали? Демон Кеши, правильно. И этот демон, перед тем, как пойти или побежать, полететь во Вриндаван, он спросил у Камса: дорогой Камса, а как я узнаю, кто такой Кришна? Я его ни разу не видел. И Камса ему сказал: не беспокойся, его очень легко узнать. Он носит желтое тхоти, у него в руках флейта и павлинье перо. И этого было достаточно для демона Киши. Он побежал во Вриндаван, горя с желанием, видимо, это он в первый раз бежал, горя с желанием убить Кришну. И когда он прибежал, то на окраине Вриндавана, в отдалении, Кришна, он остался в одном месте, а Баларама ходил, так и наслаждался своей ролью Кришны. Он увидел этого парня с павлиньим пером, с флейтой и в желтых одеждах. И демон Кришна пришел в страшную радость. И всей своей мощью, конской такой, очень мощное у него было тело, он развернулся и задними копытами ударил Балараму в грудь со страшной силой. И Баларама, как это неудивительно, он отлетел от удара этого демона Кеши и упал. И упал, и так случилось, что он даже на какое-то время потерял сознание. И демон Кеши, он полностью был убежден, что он убил Кришну. Он побежал радостно, задрав хвост, он побежал обратно в Матхуру, чтобы сообщить Камсе: Камса, все, Кришну я убил. И Камса, наверное, тоже был очень рад, но Ачарьи опускают этот момент. Он рано радовался.
Баларама через какое-то время очнулся, встал, потирая ушибленную грудь, и пошел туда, где был Кришна. Он пришел в это место, сказал: «Дорогой Кришна, возьми свою флейту, возьми свое перо, возьми свое дхоти, больше я не хочу быть тобой. Слишком много проблем». Баларама понял, что быть Кришной не так-то просто. Как Шри Прабху говорил, Шри Прабхупада, он мурти такой поставил в Кришна Баларам Мандире во Вриндаване Роман Рети, в том месте, где Кришна с Баларамой не играли со своими друзьями в песках Вриндавана, в разные игры. Он поставил мурти, где Баларама, он опирается на Кришну. И Бала – это духовная сила, и Рама – это очень могущественная личность. Но на самом деле Господь Баларама, он берет силу от Кришны, потому что Кришна – изначальный Бхагаван, своим Бхагаван. Его первая экспансия – Баларама, тот, кто исходит из него и учит нас своим примером, как служить Господу. И поэтому мы получаем свою силу для духовной жизни также через духовного учителя, представителя Господа Баларамы. И это крайне важно понимать для нас с вами, что весь наш духовный прогресс приходит к нам благодаря силе, которую мы получаем от Кришны через Господа Баларама и нашего духовного учителя. Мы можем думать, что мы сами можем как-то прорваться в духовный мир, как думал об этом Равана, да, или Хиранякашипу, или Бессмертие. Но так не получится. Даже когда Господь приходит сюда в своей божественной форме, то Он принимает гуру. Рама принимал гуру? Принимал Рамачандра гуру? Был у него гуру? Да, был. Как его звали, кто помнит? Да, Васишка, говорили внимательно, кто слушал, он знает. Гуру Рамачандра был Васишка, да? Вишвамитра еще его тоже учил, Вишвамитра Муни. Когда Кришна приходил, кто был его гуру? Сандипани Муни, да, или Сандипани Муни, как мы по-разному ставим ударение. И когда Кришна приходил как Чайтанья Махапрабху, кто был его гуру? Ишварапури, да. И всегда Господь, Он дает нам пример, таким образом показывая, что даже если ты верховная личность Бога, а мы с вами даже близко не верховной личности Бога, хотя мы можем думать о себе так иногда, о, может быть, я аватар. Иногда люди так думают, в иллюзии такой сильной. Но даже Верховный Господь, когда приходит в этот мир, Он принимает гуру, чтобы показать нам пример. Он источник всего знания, всего блаженства, всей силы. Но Он дает пример нам, что только так, никак иначе мы можем вырваться из этого мира, по милости духовного учителя. Ясидеви Парабхактири, Ядхадеви Задхавдра, Таситеви Катхитеви Харта, Пракашанти Махатманаха. По милости Господа мы получаем духовного учителя, по милости духовного учителя мы получаем Кришну. Другого пути нет. И это крайне важно в этот день молиться Господу Балараме о том, чтобы Он нам даровал эту милость, духовную силу. Всегда быть кем? Слугой, слуги, 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 слуги. Такой еще есть вариант, я слышал. Слугой, слуги, слуги своих слуг. Я не знаю, есть у вас слуги или нет. Но так или иначе, то есть всегда себя ставить в очень зависимое положение. Никогда не считать себя каким-то великим. То начинающие преданные, для них нет такой проблемы, правда? Начинающие преданные, они обычно всегда смиренные такие, готовы служить, им нечем гордиться особенно, они всех видят кругом святыми, ну или почти святыми. Но если ты уже в этом движении там 15-20 лет или 30, или кто-то уже даже больше, то почувствовать себя каким-то значимым не так-то трудно. Какие-то люди, они поклоны предлагают, там, или так очень смиренно обращаются, тебя просят какие-то делать вещи, которые других не просят. И ты уже столько книг прочитал, столько знаешь. Иногда человек, он может подумать, что я могу самостоятельно заниматься духовной практикой. Но это иллюзия, это невозможно. Шри Прабхупада говорит, тот, кто думает, что он может прогрессировать вне общества преданных, тот что делает? Тот галлюцинирует. То есть это галлюцинация. И нам, как
членам Международного общества знания Кришны или последователям Шри Прабхупады, нам нужно ценить эту возможность очень, очень сильно, совместно прославлять Господа, воспевать Его святые имена. В такие дни, как этот, или скоро будет Джанмаштами, потом будет День явления Шри Прабхупады, потом будет у нас Радхаштами, также в сентябре. Мы собираемся, и мы поем, и слушаем о Кришне. Для чего? Для того, чтобы доставить Господу удовольствие. Если мы понимаем очень хорошо, что вся наша жизнь предназначена для того, чтобы почувствовать это счастье Кришны, сделать его своим счастьем, то тогда все, что мы делаем, мы будем делать с желанием удовлетворить Духовного Учителя, Верховную Личность Бога, через Гуру удовлетворить Верховную Личность Бога. И Господь, Он принимает наши скромные усилия через Духовного Учителя. Духовный Учитель может видеть, что мы искренне стараемся. И он обратится к Кришне. Кришна, посмотри, этот ученик, он может быть недостойный какой-то твоей милости. Может быть, у него нет необходимых качеств. Может быть, он не обладает высоким рождением. Но он настолько искренний, настолько старательный, настолько полон энтузиазма, что, пожалуйста, пролей на него милость. И таким близким, самым преданным Кришна не может отказать. В чем наша удачливость? В том, что мы можем, служа близким, преданным слуг Кришны, мы можем удовлетворить Господа очень легко. Шри Прабхупада говорил на эту тему, тот, кто старается приблизиться к какому-то известному человеку, должен делать это правильным образом. То есть он должен идти к секретарю и с секретарем сначала завести какие-то отношения. Или молодой человек, он должен сначала полюбить собаку своей возлюбленной, да, и тогда он может рассчитывать, что путь к ее сердцу будет открыт. И это гораздо проще. Если мы дадим маленькую конфетку сына знаменитого или известного или влиятельного человека, и ребенок будет доволен, то это сразу же расположит к нам его отца. И он будет уже гораздо более внимателен к тому, что мы будем ему говорить. И также мы с вами, мы обращаемся к Господу Баларами, но мы обращаемся через Гуру, через Шри Прабхупаду, через Шри Гуру Нитай, потому что когда Кришна и Баларам пришли в этот мир, как Шри Прабху читал, Читан Чаритамрита, Кришна Даскараши Госвами, они пришли для того, чтобы явить эту лилу безграничного милосердия, полностью затопить весь мир любовью к Богу. Это была такая их миссия. То есть, несмотря на то, достоин человек, недостоин, и есть у него квалификация или нет, это очень важно в нашем случае, потому что мы, еще раз повторю, мы не имеем каких-то особенных качеств для того, чтобы практиковать бхакти. Но по милости Гаур Нитай мы можем это делать. И когда Господь Баларама приходит как Нитянанда Адхута, то он тоже являет удивительные игры. Не менее удивительные, чем игры с Тхенукой или Праламбой, или убийство Рукми, там, или еще другие лилы, которые он являл, когда он приходил 5000 лет назад, как Баладев. Он даже пьяницам раздает любовь к Богу. Самый яркий пример это кто? Джагай Мадхай, да. Тара Сакши Джагай Мадхай. И иногда мы можем думать, что мы-то в принципе не такие, как Джагай Мадхай. У нас как-то ну, все-таки чуть-чуть получше состояние наше, да? Иногда мы можем думать. Но реальность такова, что все, кто родился в эту Кали-Югу, они имеют такие же самые качества. Может быть, они не проявлены так ярко, но та гордость, которая живет внутри нас, и гордость даже, когда мы становимся преданными, она может увеличиваться, она реальна, и мы иногда, не замечая, оскорбляем своих друзей или подруг, походя, или мы оскорбляем духовного учителя, не следуя его наставлениям, или мы оскорбляем божеств, как-то недостаточно внимательно относясь к поклонению к ним. И вот все эти моменты, которые есть в нашей духовной жизни, по милости Гуру, если мы смиренно предаемся Ему, они могут быть устранены. Шри Прабхупада говорил, я одним пинком могу прогнать всю майю из вашего сердца. И Прабхупада это смело заявлял. Почему? Потому что у него была абсолютная вера в Господа Нитянанду, в Балараму, в
Кришну в Чайтанье Махапрабху. И у него была эта бала, сила, которую ему даровал Господь. Даровали ему шесть Госвами Вриндавана. И Господь Баларам, он очень сострадателен к живым существам. Даже когда его пытался оскорбить Рукми на свадьбе, он выдавал свою внучку за Нирудху замуж. И Господа Баларама пригласили, Господь Баларам приехал, хотя Рукми он не очень пылал такими добрыми чувствами Кришны к Балараме, он им завидовал все время. У него зависть была какая-то беспричинная. А он согласился, ну хорошо, пусть она выйдет замуж за Нирудху, потому что моя сестра так очень хочет. И Господь Баларам приехал, и Ядова приехали, и Кришна приехал, Рукмини там была. И когда все эти празднества были, то в Сиддхикшетре был обычай такой, что если его вызывают на состязание, то он не может отказаться. И царь Калинги такой, демонического склада царь, он посоветовал Рукми: вызови Баларама на поединок игры в кости, на самом деле. У нас написано шахматы, но на самом деле они играли в кости. Да. Он не очень хорошо играет, и ты его обыграешь, таким образом как-то его унизишь, поставишь на место этого пастуха. И Рукми вызвал Баларама. Баларама с радостью согласился. Когда кшатри получает вызов, он радуется. Если война, кшатри радуется. Если война, шудра, он в ужасе скрывается. Или вайши, он пытается как-то. А когда кшатри воевать или бороться, состязаться с кем-то, он радостный. И Баларама радостно начал играть с этим Рукми. И они играли на деньги. И первая ставка была 1000 золотых монет. И Баларам проиграл. Ну, так случилось. И вторая ставка была 10 тысяч. Нет, сначала они со 100 монет начали. 100 монет, потом 1000 монет. Баларам две партии проиграл. Потом 10 тысяч монет. И снова он проиграл. И тогда царь Калинги, он стал скалить зубы и смеяться над Баларамой. Я не знаю, какие слова он говорил. Бхагава там упускает эти подробности. Но он очень так радовался. Ха-ха-ха. И всячески начал намекать, что ну, ты просто сын пастуха, ты кто такой, взялся с нами, с кшатриями играть. И там были еще друзья Рукми, и они тоже очень радовались этому событию, что Баларам проигрывает. Но Баларам, он не собирался сдаваться. А Господь Баларама, он увеличил ставку, он поставил 100 тысяч монет, с 10 тысяч сразу же на 100, и выиграл. Маленькие, так сказать, ставочки он проиграл, а большую выиграл. Но Рукми, он не захотел это признать. И он так очень гордо объявил: нет, на самом деле выиграл я. Представьте, у него хватило наглости, смелости, безбашенности Господу Балараме прямо в лицо это объявить. Я выиграл. Господь Баларам, он покраснел от гнева просто. Его глаза стали красными. И он сразу же поставил 100 миллионов монет. 100 тысяч было, 100 миллионов. У него хватало денег, поверьте, он был не бедным. И является далеко не бедным. И Рукми принял снова этот вызов, и они снова начали играть. И как вы думаете, кто победил? Баларам снова победил. Харио! Господь Баларам победил. И Рукми снова, вообще не моргнув глазом, сказал: нет, победил я. И он обратился: вот, могут подтвердить свидетели. Ну, а все свидетели были его друзья, так называемые. Хорошие люди. Но тут случилось чудо. Голос с неба сказал. Акашьяни Ашарири провозгласил: выиграл Баларам! И его здесь оклеветали незаслуженно. Представьте, голос с неба объявил. Когда Камси объявил голос с неба: восьмой сын Деваки тебя убьет. Что Камси стал делать? Дрожать от страха, и тут же решил убить Деваки, да, он сразу же решил принимать меры. Но Рукми, он подумал: какой-то там, что-то там в небесах, что-то там грохочет. И он не придал этому значения. И Шукадева Госвами Шри Прабхупада комментирует: похоже, что в его судьбе случился экзистенциальный кризис. Да. Ему же суждено было умереть, потому что он явно не рассчитал свои силы. И когда он сказал, что снова я выиграл,
И эти его так называемые друзья, они подтвердили это, смеялись над Господом Баларамой, то Господь Баларама, он уже не мог это стерпеть. И он что сделал? Палец взял, да, у него есть такая булава. И он взял и этого Рукми убил одним ударом. Раз. И этому царю Калинги, который скалил зубы, он этой палец зубы подправил так, что ему уже никакой стоматолог не помог. И другим тоже присутствующим он начал ломать руки, ноги, и большинство, кто там был, они в ужасе разбежались, потому что Баларама в ярости, это страшнее атомной войны, не знаю насколько. Да. Господь Баларама показал таким образом, что необходимо быть честным. Честным в отношении с кем? Со своим духовным учителем. Да? Нам, как урок такой, из этой лилы мы можем вынести, что необходимо быть честным, искренним, преданным. Если даже у нас какие-то не получается следовать наставлениям или какие-то выполнять указания гуру, то мы можем всегда прийти к нему и сказать честно: дорогой Гуру Махарадж, у меня не получается, что мне делать? Помогите мне, дайте мне совет. А не изображайте из себя преданного, у которого нет проблем. Как у тебя дела, Гуру спросит. Все хорошо, Гуру Махарадж. Гуру может посмотреть на нас очень внимательным, пронзительным взглядом. И сказать: так тоже бывает. И вот в этот день, еще раз, день явления Господа Баларамы, нам очень важно всегда понимать, что я слуга, слуги, слуги, слуги. И воспитывать в себе четыре качества. Какие? Тринат описаничина, тарора васахишна, намани намана дэна киртани садахари. Спасибо. Давайте вспомним, какие это четыре качества на русском языке. Терпение, смирение, неожидание почтения к себе и выражать почтение каждому. Благодаря тому, что в нашем сердце будут эти качества пробуждаться, то тогда мы сможем повторять святое имя как? Постоянно. Если мы сможем повторять святое имя постоянно, в нашей жизни не будет никаких проблем. Все проблемы растворятся. Потому что святое имя не отлично от Кришны. Божества не отлично от Кришны. И ИСККОН – это то общество, в котором Шри Прабхупада говорит, Кришна родился в эту эпоху. Поэтому мы с вами очень-очень удачливы, дорогие преданные. И я бы хотел, чтобы наша медитация всегда была такой глубокой, настолько глубокой, чтобы мы никогда не отпускали из своего внутреннего взора, из нашего языка не сходили святые имена и лотосные стопы Шри Кришна Баларам, Шри Горни Тач, Шри Радхи Масундари, Господа Джаганатхи, Баладева Сипадри, Шри Прабхупады и нашего духовного учителя. Харе Кришна. Спасибо. Харе Кришна. И сейчас мы бы хотели прочитать стихотворение, которое у нас есть для этого дня. У меня есть одно стихотворение, потом еще прочитает Маша стихотворение одной преданной нашей, но она сама объявит. Я написал этот стих про Кришну и Балараму давно очень. Это было в 92-м году. В прошлом тысячелетии, поэтому не судите слишком строго. Это больше как песня, но я не могу сейчас ее спеть, поэтому я прочитаю. Для удовлетворения Господа. Мне очень нравится этот стих, поэтому я прочитаю с таким, с большим энтузиазмом, с желанием. Постараюсь вам передать тот вкус, который есть. Гуляют по Вриндавану, гуляют по Вриндавану, Шри Кришна и Баларама, Шри Кришна и Баларама. Играют они на флейтах, чем сводят с ума пастушек, нектаром им льется в уши мелодия, чародейка, Шри Кришна и Баларамы, прекраснейших из прекрасных, чьи взоры пастушек страстных любовной стрелой уранят и в танце кружится манят. Два брата на Говардхане с друзьями играют в жмурки, воюют друг с другом в шутку,
коровы пасутся сами. В лугах, в Риндаванатхамы, в лесах, у реки Ямуны поет Нарада Муни о сыне Яшоды мамы. О дочери Вришабхаму, о возлюбленном Радхаране, дарующем радость чувствам, о тех, кто не знают грусти, о Говинде и Баларами. О дочери Вришабхаму слагает Нарада песни, и Вина с ним плачет вместе, и плач их бальзам на раны. Всем жителям Вриндавана, всем жителям Вриндавана, джая Мадана Махана, джая Мадана Махана. Спасибо. Да, дорогие преданные, Харе Кришна, сегодня, к сожалению, с нами отсутствует Женя Ердюкова, вы прекрасно, думаю, все ее знаете. Она попросила сегодня меня быть голосом ее. Вот, и немножечко мне подыграют, я надеюсь. Реки, рощи, поля, просторы, ветерок нежный, свежий, горы, ароматов весны исполнен и сиянием переполнен. Без оглядки и так легко можно бегать на поле том, а потом под раскидистым деревом наслаждаться с друзьями пением и дышать этой жизнью новой. Что за чудо! Мучат коровы, и так звоном ножных бубенчиков украшается музыка вечности, где любовь отдавать все вкусное, где отдать это вид искусства, где шмели подпевают в тон. Это место наш вечный дом. Спасибо. Шри Баларама Махотсава Ки Джай. Рады. Давайте поблагодарим Халадхара Прабу и Шарады Прабу за лекцию, за то, что они погрузили нас в этот праздник. Шри Баларам Пуруни Махамахотсава Кей.